Всем привет, вы попали на канал Hardras, это инфа. В этом видео я расскажу вам, как сделать сброс настроек наушников JBL Tune 130 NCTVS без приложения, то есть просто через настройки самих наушников. Итак, чтобы это сделать, нам достаточно извлечь их из кейса. И теперь мы просто берем их стороной так, чтобы было видно индикаторы. И смотрите, нам нужно нажать два раза на наушники, вот здесь вот. И затем зажать примерно на секунду 5, может быть 10, сами кнопочки наушников. Давайте сделаем это. Раз, два, и зажимаем. Смотрим на индикаторы. И вот они погасли. Это значит, что мы произвели сброс настроек. Теперь можем поместить их обратно в кейс и попробовать подключиться. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Я сказал попробовать подключиться не потому, что у вас не получится, просто если вам это нужно. Всем пока!